Кошечка Лара, сегодня немножко даже мы помурчали. Сегодня волонтер Ирина Стрижак забрала с клиники Веслоушку кошечку Лару. Состояние лучше, и рвоты у нее нет. По ответам рентгена инородного тела нет, к счастью. Проблемы с печенью. В клинике начали лечение. Продолжим дома уже вечером. Лара спокойно дала поставить ей уколы. Наверное, понимает, что ей хотят помочь. Наконец-то. В клинике вела себя очень хорошо, даже мурчала, как сказали девочки. Похоже, наша Лара не любит коллектив. Хотела быть единственной, впрочем, как и все они. Хочет сказать хозяйка домашнего мини-приюта. Огромное спасибо парню Алексею, который выделил для нас свое личное время и привез с клиники Лару. Также забрали корм с базы, который женщина заказывала у Ринари, и мешок стерилки плюс патчи. Все на фотографиях. Лара, правда, отличилась. Наверное, в клинике сильно терпела, а в машине с кондиционером расслабилась и сделала все дела. Благодарит волонтеру Лешу за терпение, большую любовь к животным. Он простил Ларе это. Все-таки это нездоровая кошечка. Еще Леша также гостинцы для котиков привез. Ребята молодцы. Он и его супруга Влада неоднократно помогают нашим хвостикам. Все занес в дом. По дороге еще купили веник, который постоянно съедают наши собачки. Спасибо большое всем, кто откликнулся помочь в обследовании и лечении Лары, также на покупку кормов для животных. Надеемся, все вовремя, и Лара теперь точно поправится. Главное, она это понимает, что нужно лечиться и немножечко потерпеть.